Аллея Героев СССР была открыта в Окском парке в 1971 году и довольно скоро пострадала от рук вандалов. 9 мая 1986 года аллея предстала в том виде, в котором она пребывает в настоящее время, с медными барельефами. На ней размещено более 20 портретов героев Советского Союза. Сейчас работники предприятия благоустройства заняты поистине ювелирной работой. Они демонтируют конструкции весом 100 кг с максимальной осторожностью. Надо сначала зачистить, освободить гаечки, их аккуратненько погреть. Вот он у меня же напарник отворачивает дальше. И вот сначала одну гайку в сторону, потом другую сторону. И уже втроем мы поднимаем, на пенечки ставим и на поддончики аккуратно все ложим. Потом уже манипулятором все увезется, демонтаж произведем. Окский парк – одно из любимых мест муромлян. У него важное культурное значение и интересная история. За последние годы, находясь в частных руках, парк сильно зарос и обветшал. Слава тебе, Господи, отдали городу. Он запущенный был. Сравните вон там полтинник и этот парк. Две большие разницы. Будет, наверное, красота. Новость о том, что администрация округа выиграла федеральный грант и начала на эти средства работы по реконструкции парка, вызвала у муромлян неподдельный интерес. Скорее бы уже. Очень хотелось вернуть памятник обновленным муромлянам, чтобы люди ходили и смотрели на них. После спила сухих аварийных деревьев и всех работ по реконструкции парковой зоны, барельефы наших героев-земляков, проявивших истинный героизм в борьбе с врагом в годы Великой Отечественной войны, вновь займут свое законное место на Аллее Славы. Елена Петрова, Артем Корнилов. Наши новости.